Всем привет! Давайте рассмотрим белую бумагу проекта Iron X, в которой рассказывается, что это за проект, как он сделан, на чем он основан, для чего он сделал, какие проблемы данный проект решает. Соответственно, все это здесь описано. Итак, проблемы существующие. Мы повторим с вами, да, это отсутствие регуляции, низкая ликвидность, невозможность пополнения фиатом счет и, соответственно, поддержка клиентов тоже в любой бирже на нулевом уровне. То есть, если у вас какие-то проблемы с вводом, выводом, неважно, да, то помочь вам, в принципе, будет некому. Iron FX, да, существующая Форекс-биржа, у данной компании уже имеет опыт, соответственно, имеет команду поддержки, которая работает более чем с 30 языками и, соответственно, поможет любому своему клиенту. Какие решения, да? Имея огромный многолетний опыт в биржевом бизнесе, команда приняла решение идти в ноги со временем, с технологическим процессом и запустить на своей платформе криптовалютное направление. Разработчики намерены создать регулируемую, клиентоориентированную торговую площадку с высокими сервисными стандартами. В первую очередь для пользователей будет запущена возможность пополнения биржевого аккаунта и вывода средств в фиатных валютах. Для успешного запуска торговли цифровыми активами команда выделяет несколько ключевых направлений, которые должны быть реализованы. Первое – это, конечно же, регулирование. Второе – ликвидность, поддержка клиентов и поддержка фиатных пар. В принципе, все эти проблемы решаются. Проект уже собрал более 25 миллионов долларов. Соответственно, софт-кап проекта успешно собран. Приближаемся к хард-кап проекта. Проект успешный, безусловно, поэтому рекомендую с ним ознакомиться более детально, изучив все материалы.